наверняка знаете о таком стиле восточных боевых искусств, который отличается тяжелыми ударами рук, громким криком во время боя. Много гонконгских фильмов боевиков было снято в этом стиле. Лю Цзялян, Брюс Ли, Джеки Чан являются представителями этого южного стиля. В Китае и за его пределами миллионы людей занимаются боевыми искусствами южного стиля. Среди школ китайского ушу южный стиль является самым богатым по содержанию, самым сложным по системе принципов. Имеет наибольшее количество приемов и течений. Южный также хорошо известен как школы Шаолин, Утан и Амэй. Но люди мало знают о происхождении и начальном этапе развития южного стиля борьбы. Он не похож на шаолинский, в котором есть отчетливая система преемственности, но не такой, как Удан и Амэй, которые известны своими традициями боевых искусств. Большинству не знакомы имена многих мастеров борьбы южного стиля раннего периода, происхождение популярных сегодня своеобразных приемов. Когда появился этот вид борьбы? Почему этот стиль обладает такими особенностями? Какие изменения происходили в нем в течение долгого исторического развития? Давайте окунемся в легендарный мир южного стиля восточных единоборств. Под южным стилем традиционно понимается совокупность популярных на юге Китая видов единоборств, описанных в исторических источниках о боевых искусствах, начиная с династии Мин и Чин. Очевидно, что южный ушу существовал и до династии Мин, но до сих пор неизвестно, когда именно он появился. По историческим данным, распространение южного ушу началось во времена династии Южный Сун. В 1127 году, после свержения императора Цзяо Гоу династии Северный Сун, принц династии Северный Сун на юге Китая в городе Лин-Ан, сегодняшний город Ханчжоу, создал новую династию Южный Сун. Родственники императорской фамилии, чиновники и придворные также переехали в Ханчжоу и превратили его из экономического центра в политический и культурный.